Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Dino Bash 2 «Путешествие во времени». Так, сейчас мы посмотрим, есть ли у нас так, есть, по-моему, да? Есть. Бесплатно, смотрим. Ребят, ну тут 4 карты и 1100 монет. Шапки не будет, бонусов не будет. Так, 1100 монет, Снэппи, Огненный Дейна. Ну, в принципе, и все, ребят. Скудненько. Так, 12 тысяч у нас денег. Если не ошибаюсь, у нас должно на что-то хватить. Не здесь. Так, на Огненного Дейна. Но тут проблема в том, что, друзья мои, нужен ли нам Огненный Дейна? Вспомни-ка, где он у нас вообще, ребята, участвует. Мало где. Но, тем не менее, давай все-таки будем прокачивать. Фух. Так, друзья мои, ну что? Давай дальше пробовать проходить. Все сложнее и сложнее мне здесь, конечно, с ними воевать. Так, мы остановились с тобой вот здесь. Нам не хватает 5 звездочек, чтобы нас впустили, ребята, уже на новую локацию. То есть пиратов мы уже с тобой закончим. И пойдет у нас какой-то глухой лес. Ну давай для начала хотя бы глянем, что тут. Так, ага, снаряды. Почему сюда не дали, а? У нас бонусов вообще ноль, друзья мои. Мамонт без хила. Тоже такое себе счастье. Да, мне уже что-то, ребята, кажется, что... Что будет дребудень какая-то полная. Я еще не знаю, кто там у них. Кто, я имею в виду, прячется... Что-то мне это совсем, ребят. Ну, ты видишь сам. Черт бы побрал, а? Так, они заплевали этих. Ну, с этим, я думаю, разберемся мы. Да офигеть, сколько вас тут, а? Так, хорошо. Ну, этих, как всегда, ребята, отдубашивают по полной, блин, программе. Так, Огненный Дейн, а вот как раз, ребята, он здесь... Мне это и пригодится. Давай, Огненный Дейн, а ты домики эти... Как... На самом деле, я думал, будет посерьезнее разбор. Ой, куда я побежал-то? Хорош. Мне бы плювика бы хотя бы одного вызвать. На самом деле, бы и не только плювика, и мамонта бы не помешало бы, друзья. Мамонта я уже позвал. Не знаю, как он быстро тут добежит. До нас. Там еще этот придурок на бочке идет. Да ладно, блин. Он еще и бомжиху, друзья мои, позвал. Ну, ёпрасота, ну. Ну, куда ты прешь-то, а? А там еще и пират стоит. Эй, мамонта отгр... Все, ребят, мамонта уже отдубасили. Помимо мамонта тут еще вон кто. Да, друзья. Я с этим здесь поделать, к сожалению, ничегошеньки не могу. Если я даже вызываю Огненного Дейна... Да вот этот пират дебильный достал уже. Ну, посмотри, он сейчас, его сейчас ударят, друзья мои. Блин, тут бы и плювик не помог, вот поверь мне.
Там только один за другим отгребают, ребят. Он бомжиха ударом замахивается, ударом. Вот в кого он сейчас ударил, я так и не понял. Вот он пробежал, он даже никого не задел, друзья мои. Не, они не успевают появляться, он их сразу, ребята, расфигачивает. Это бомжиха сейчас еще. Ну что это? Слушай, одного, по-моему, пирата мы грохнули, друзья мои. Так, тут опять же, друзья мои, одного пирата мы грохнули. А эта говняха тут появилась, блин. Плювик. Зачем я так сделал? Нафиг я так сделал, блин. Да... Ну вон они, два пирата. Ну все, сейчас заклепают, друзья мои. Мы одного пирата уничтожили. Все. К сожалению, друзья мои, ну не хватает мощей. Стерва старая, а. Как ты меня вымораживаешь. Просто вымораживаешь. Я не могу, ребята, у меня нет слов на нее. Да я поверить не могу, блин. Но это, мне кажется, еще не все, друзья мои. Далеко не все, потому что наверняка и пираты пойдут, и еще что-нибудь потяжелее, так скажем. Блин, динозаврик бедный отдуплился, когда попал. Снес нафиг, правильно, так его. И вот под прикрытием мамонта можно было бы, наверное, взять плювика. Может быть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзья мои, это... Ну, я думаю, ты понял, да, что стоит бомжиха, ладно. А там еще и пушка идет. Тебе и весь расклад. Весь расклад, друзья мои, до копеечки. Вот он такой вот, друзья мои, раскладец. Что это пушка плешивая там вышла, блин, нервирующая меня, блин, всегда, вечно, блин. Мне до нее не дотянуться, друзья мои. Вот еще раз повторяю. Мне до нее не дотянуться. Как бы я тут не пыхтел, не старался. Бегать вот так вот, юлить, ну это до поры до времени, пока этот не подойдет. Пушка наносит огромный урон, ребят. Что я могу сделать? Да ничего. Допрыгался, доскакался, блин. Мы-то готовы, блин. Там мамонт подошел. Ну, мамонт, ребята, он ничего. Ну, что он тут один сделает? Уже его расколбасили. Всему вина вот эти вот, ребята, хламоны.
скажем так. Да уничтожьте мне этого пирата, а. И вот эта вот гадина. Да, ребята, это гадина вот именно, блин. Ну и пушка. Пушечники вот эти вот дебильные, блин. Просто, которые без остановки там клепают, ты понимаешь? Они просто без остановки клепают. Свои снаряды, блин, дебильные. Это надо вот сюда вот вставать и бомбить их, бомбить, бомбить, бомбить до посинения, друзья. Ну, неужели? Побежал, мне снарядом в бушку прилетело. Сунулся твою налево, называется. Давай еще мамонта вызовем. Ты посмотри, что тут происходит, а? Да ладно, мы катапульту, что ли, разнесли? Точно, ребят. Разнесли катапульту. У нас два мамонта. Еще пока живы. Плюс сзади плювики. Ну, естественно, о трех звездах тут уже, ребят, даже говорить не приходится. Да мне бы хотя бы уровень этот пройти. Уже было бы достижение. Ага, вот и конец карты. Одного мамонта дубанули. Ну, ладно, фиг с ним. Одного дубанули. Фига их тут. Не, плювики хороши. Сколько у меня там плювиков стоит? Три плювика. Просто три плювика зажигают. Будь здоров. Тяжелый уровень, тяжелый. Очень много бомжих, очень много ребят-пиратов. Такой, знаешь, напряженный. Я даже не знаю, что. Обычно, когда последние этапы получаются вот здесь, вот 100% мы его, ребят, навряд ли сможем пройти. Я попытаюсь, конечно, но обычно такие уровни конечные фиг ты пройдешь. И наша основная цель, как я думаю, ты понимаешь, это вот этот парень. Вот этот парень. Ну, Терекс, конечно, тоже нужен будет. Но вот этот пацан у нас, блин, в приоритете. Да слушай, вы достали, эй. В плане тут еще летающие. Да какого лешего? Тут еще летуны-то, блин. Здоровский. Еще и этот пират. Бумсы и с удара снес. Ну и что я тут должен делать? Вот тут, так вот есть только, ребят. Давай, родной, выбей из него дух весь. Красавчик. Красавчик. Так, а у меня хватает, да, на этого парня? Хватает, так что. Надо копить на него, ребят. Обязательно нужно на него накопить. Он нам еще очень хорошую службу сыграет. Блин, там этот говнюк, что ли, пришел. Здоровый пират, по-моему, ребята, был в бочке. Ай-яй-яй, если так, то плохи дела мои. Вот так вот я буду бегать здесь. Попытаюсь, ребят, как можно дольше его продержать здесь на расстоянии. Есть.
Получилось, друзья мои, продержать его на расстоянии, чтобы мои динозавры могли спокойненько с ним разобраться. Но я тебе скажу еще, либо нам сейчас Тирекса вызвать. Ну, конечно, конечно же, друзья мои. Ну, а как ты хотел, ну? Как ты хотел, чтобы здесь не было бомжихи, ну? О, она, ты посмотри, кем она бросается, ребята. Ты серьезно это, Мымра? Ребята, это вам не просто уже пиратик, блин, самый этот, захлюпанный, блин. Это, блин, здоровый пират. Да она будет серьезно, что здоровых пиратов выкидывать, блин, да серьезно. Блин, ребят, ну так дело не пойдет. Да уничтожьте вы ее, к черту. Все, молодцы, красавчики. Ребят, пока здесь поелозию, вот так вот. Давай, давай, еще снарядик. Есть. Хорош. Так, у меня мало хп. Рэй, ну куда ты под снаряды подставляешь-то, блин? Ну, понятно, друзья мои, на 3 звезды нету, но тут главное уже пройти этот этап. Фью. Да, ну как-то так, друзья. Ну, мы сундук еще получаем, эпический получается, так ведь? Ага. И еще, по-моему, 2000 монет там должен ли сундук быть, я уже не помню. Точно. Эпический сундук, ну, чем порадует? 4800. Диметра 10 карточек Тирекс, 2 карточки. Так, большой камень 10. Косая бочка и редкий шлем. Ребята, вьюга. Слушай, редкий шлем. На Диметра. Ну, это круто. А, 2000 монет все-таки. Так, ребята, итого у нас 9715. Что-то мало как-то. Так, Диметра, редкий шлем. А, у него шлема не было до этого вообще никакого. 24 к атаке, 270 к здоровью. Одну карточку нам, ребята, не хватает, чтобы мы могли его прокачать на какой там, на 4 уровень получается, да? Ну что, нам не хватает, ребята, 3 звездочек, как ни крути, чтобы нас допустили на следующий этап. И вот я не знаю, где нам теперь зарабатывать с тобой эти звезды. На каком именно этапе. Давай-ка здесь посмотрим, что у нас дает. Плювик, Диметра. У нас вьюга есть. Ну давай глянем. Давай глянем, посмотрим, что тут у нас такого. Ну, понятное дело, тут хламоны эти. По идее, бы надо Диметра бы поз... Блин. Ну, по идее. Смотри, а, они просто не успокоятся. Не знаю, ребят, я еще одного Диметра позвал там. И, по-моему, мой корешок справляется с ними, да? Справляется. Так, а если я, например, еще закажу Плювика?
уйди отсюда. Так, ребят, Плювик уже, ну, грубо говоря, на подходе. Теперь сделаем так вот. Ну, зажарили. Блин, мне кажется, что бомжихи здесь будут. Правильно, блин, тебе кажется, Рэй. Твою налево, она все-таки успела выкинуть. И плювики мои. Да применяй ты быстрее эту колотуху-то. Да совсем не туда, куда надо, ребята. Ну совсем не туда, куда надо полетела эта фигня, блин. Да. Диметр, конечно, постарается, но если бы он не подходил бы вперед, блин, вперед всех. Он же бежит, ему же плевать, блин. Как она мне дорога, а? В кавычках, ребят. Это пиратка, блин. Бомжиха, я имею в виду. И этот пират еще здоровый, блин, тут. И пушка там еще, которая бомбит издалека. Ну, прям вообще не айс. Он даже не успевает, ребята, сделать пшик. Фу, минус бомжиха. Пушки, пушки там, понимаешь? Самое вот бесявое, это, ребята, пуханы, блин, эти долбаные. Которые там вовсю, блин, строчат, как я не знаю кто. Плювик, не вздумай подходить там вплотняк. Будем бегать пока. Так, пушку пока заморозим, блин, хоть на время. Давай, 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 давай. Если честно, я не помню, друзья мои, будет там еще бомжиха или нет. Такое, знаешь, ощущение, что будет, наверное, все-таки. А, нет, уже портал, друзья мои. Нам бы теперь пробить как можно быстрее. Звезда пошла уменьшаться, друзья мои. Ну, пожалуйста. Есть. Друзья, на 3 звезды. Фух. На 3 звездочки. Так. Ну, тут ничего хорошего. Тоже ничего хорошего. Но самое хорошее, что, ребят, на 3 звезды прошли мы. Вот это да. А нам там не хватало, сколько я говорил, 5 звездочек или 3 звезды. То есть нам еще надо 1, получается, звезду, чтобы нам открыли, ребята, локацию. Да, 1 звезду. Блин,
Может быть, тут заценить? Что у нас здесь? Здесь какие-то удары паршивые, блин. Ну ладно, посмотрим. Но, по-моему, я знаю, ребята, здесь опять проблема в бомжах. Здесь опять проблема, блин, в летунах. Ну куда ты там пошел? Ну куда ты пошел? Ну когда ему по башке? Ну-ка давай так сделаем. Нет. Только не пират. Ладно, ребята, я пока здесь вот так сделаю. Ну и нафиг я это сделал. Вьюга применяем. Огонь. Все, что у нас есть, друзья мои. Пипец. Все, что у меня есть, блин. Получил по лжбану. Конечно, нужен мамонт, друзья мои. Конечно, это... это бесспорно. Но я его не успеваю, ребят, призвать. То есть у меня даже не то, что не успеваю. У меня нету... Как это назвать-то, блин? Нету столько очков. Нету столько яблок. Так опять же, нужен мамонт. Сейчас, по-моему, будет бомжиха, если я чего-то не путаю. Нет, тут не бомжиха, тут, блин, вот этот долбанный пират. И вот смотри, опять же, ребят. Ну куда вот он полетел? Ну куда вот он полетел? Ну... Да что там, блин? Так портал тут уже рядышком. Ой, опять я получил опять звездюлей. Твою налево. Короче, можно прийти, ребят. Надо просто было вот не этого звать, а хила. Я нечаянно кликнулась, ребят. Не туда, куда надо, блин. Я, наверное, сюда пойду пока. Да они, блин, бесконечно просто прут. Одному мне там, конечно, не справиться. Вот сейчас вроде бы все есть, но нету мамонта, ребят. И звезда пошла уменьшаться. Ну, понятно, короче. Все равно можно этот этап пройти, ребят, на 3 звезды. Я тебе точно говорю. Если бы там не затупил и не поставил бы вот этого бегуна вместо хила, все было бы четко. Потому что так у меня и мамонта забомбили, ну потому что хила, ну его никто не хилил. Ты просто посмотри, сколько их здесь. Когда мамонт под хилом, это... Ну, так...
круто, что я могу сказать? Ну, это он должен быть под хилом. Ты, они тут без конца идут. Просто бесконечная какая-то, блин, армада. Посмотри, ордами просто бегут. Просто бегут ордами. Да. Постараюсь я еще разок, ребята, его попробовать пройти. Вот этот, да? Это. Давай вьюгу возьмем. Не знаю, зачем она мне, ну, мало ли пригодится. И что-то еще на ранних этапах, друзья, помимо того. Вот, вот это меня раздражает. Вот нафига вот их сразу же начинают, ребята, здесь выпускать, а? Ну и как это понимать? Так, у меня две швьюги уже. Почему не здоровяка, блин, шлепнули? Так, а дальше что? Хил у нас есть. Не понял, там что-то кто-то, не? Дальше нам нужен кто? Дальше нам нужен мамонт, друзья мои. Ну откуда ты побежал? Ну откуда ты побежал, а? Мамонт. Ну опять же вот это вот. Ну хорошо, хоть не такой мощный. Надо этих стрелков, ребята, вырубать. Держись, мамонтенок мой. Мамонт держится? Пока держится. Нам главное пробить, ребята, ворота. Ворота пробиваем, дальше уже там хоть миллион их пускай будет, уже три звезды будет у нас в кармане. Вот так вот. Ну что, друзья мои, сегодня мы увидим новую локу. Потому что на три звездочки Рэйч все-таки добил своего. Я даже не сомневался. Я даже не сомневался. Я же говорил, мамонт под хилом, и все, и пойдет дело. И оно пошло. И оно пошло и дало свои, друзья мои, результаты. Так, ну что же, открывайте мне новую локу, пожалуйста. Вот жалко, что если он берет вот эти, ребята, штучки, да, они нам не, ну, не переходят в игру. Такс, такс, такс. Ну, я думаю, что тут будет убер сложно. Но мне хотя бы глянуть, что это за локация такая.
Ой, тут еще и... Тут еще и динозаврики-то дались какие-то. Лес, я говорю, ребят, что это за эпоха? Пещерный человек выглядит странно. А что в нем странного? То, что вот там арбалетчики уже идут, это да. Это не очень хорошо. И по здоровью у них, ребята, все очень-очень плохо. Бамс. Ну, Энки, наверное, я думаю, не надо вызывать. Хотя... Ой! Пещерный человек нашел металл в это время. Это сильная броня, но наш выстрел молнии противостоит ей. Используйте выстрел молнии, чтобы нанести дополнительный урон по металлической броне. Буду знать. Значит, нам надо будет с тобой, получается, вот этот вот удар. Придержи... Блин, так он тут не один. Да в плане, куда... А, не, нормально. Снаряд немножко не туда полетел, друзья. Что, на три звездочки, что ли, идем? Естественно, ребятулечки. На три звездочки. Но это первый этап, они всегда здесь так сделаны, ребят, чтобы их проходить довольно легко было. Готовы. И вот эти вот в начале стражники, которые бежали в броне. Ребят, я уже представляю, что там будет. Бомжиха в броне. Вот это будет трэш. Это будет огромный трешняк. И тут молния в приоритете. Не огонь, не что-нибудь, а именно, ребята, молния. Угу. Хорошо. Поехали тогда дальше. Тут такой еще этапчик, сам по себе короткий. Это место кажется древним и таинственным. Хм, что за странное устройство они здесь используют? Пещерный человек стал суровым в блестящих металлических доспехах. Блинк-блинк, муха-ха. Кори, мне страшно. Блестящая металлическая броня, да? Время для шокирующих новостей, пещерный человек. Приготовься к электролизующим движениям. То есть они нашли металл, а мы с тобой будем молниями их бомбить. Ну, тут вот... Слушай... А, нет, это огненный, это же не электрический. О! Так, он в броне, ну-ка. Да, ребят, молния хорошо бомбит. О, в доспехах. Блин, нифига не наносит урон со своих арбалетов. Господи, да вы заколебали. Что-то мне как-то сыкает на малька. Да даже не в этом дело, у меня что-то здоровье как-то улепетывает моментально, если честно. А чё я сижу, туплю, ребят, нам надо вызывать уже. Ты понял, да, кого нам надо вызывать? С удара. Огонь-то их не особо, ребята, сильно и берет. Да, я бы сказал, вообще не берет. Звездочка в минус пошла, ребят. Уровень такой сам по себе короткий, но... Вот из-за того, что у нас вот такая вот... Не могу я долго получал здесь.
Уйди ты отсюда с качеством там. Прыщ недомерок. Уровень короткий, ребята, вот. Вот уже все. Скажем так, как называется-то, блин, врата в рай, блин. Чуть-чуть буквально не успел. Минутка где-то, минутки мне не хватило, ребят, чтобы это, чтобы с ними там разобраться. Видишь, они боятся молнии. У меня из молнии только один удар, друзья мои. Один удар. Был бы у меня какой-нибудь дракон, динозавр точнее, который бы мог электричеством бомбить, было бы шикарно. Но у меня такого нету. Легендарный шлем. Да, уж 500 стоит легендарный шлем. Ну что тут у нас? Валун. Тут хотя бы мамонт под хил дан. Последняя энергия, друзья мои. А, тут уже и обычные солдаты пошли, да? В броне. Ну, правда, не в металлической. Или в металлической, фиг знает. Блин, пойду я пока с арбалетчиками нам разберусь. Такие ушлепки, знаешь ли. А тот вальнул, да, все-таки моего? Готов. Так, плювика возьмем. Как вы мне дороги, а, сопляки? Да офигеть можно, блин, издалека кольнул и все. Так, что нам надо? Мне надо призвать мамонта. Как-то вот умудриться, блин. Призвал мам. Не, я призвал. Но и в то же время отдуплился. Сейчас попробую, ребята, подхила его. Мамонта нашего успеем, я не знаю. Тут уж понимаешь, успеем, не успеем, это уже другая песня. Он нам нужен. Хилка успела, да, подойти? Успела, ребят. Да в плане, зато я, блин, не успел. Твою налево засмотрелся, блин. Я на 3 звезды хочу, ребят, просто успеть. На 3 звезды. Засмотрелся там на что-то непонятное и увидел, что у меня здоровья, ребят, было мало. И тюм, чпокнули, так скажем. А, они пробили, молодцы, красавчики. Все, ребят, можно на расслабоне уже играть. Ворота они убили. И, ну что, все, сейчас добьем этого рыцаря. Да, мало того, что он 3 звезды, плюс еще сундук получим с тобой. Так, ну что у нас тут? Прекрасно, этот парень качается у нас. Пэтчи тоже потихонечку там качается, ребят. Нормально, и еще сундук сверху. Так, 6 этих не хватает, да? Дайте мне, пожалуйста, сундучок, который я заработал там. Да, деревянный, обычный, но тем не менее, ребят. 800 монет. Самоцветы. Трицер. Выстрел молнии. Блин, выстрел молнии не прокачивается пока. Ну что, у нас следующий этап, ребятушки. Следующий этап. Что-то какой-то ассортимент тут, я тебе скажу. А зачем они Дейна Огненного сюда взяли? А, понял. Теперь понял. Надо этого убирать отсюда.
Да он телега, задолбала уже телега эта, блин. Давай Рэмбо вызовем. Достал уже он. Всех, правильно. В одно место. Зря я тут. Вот зря я так сделал, ребят. Бедные мои малютки. Я просто молнию трачу. Ну, совсем не по назначению, ребят. Есть. Так. Вот я думаю, плювика бы надо. Плювик, ребят, надо нам. Пускай это пока бомбит. Да не будем бить. Все равно разворачивается, все равно начинает бомбить. Ну куда ты, блин, укинул? Ну куда? А не слишком ли у вас тут дофигища, а? Что-то, ребят, мне не нравится эта фигня. Бегут как оголделые. Да, плювика завалят. Пипец какой-то, а? Нет, это... Вот это, друзья мои, это не считается броней. Вот броня. Это броня. А это все дерьмо. Белыми нитками вязаное. Вот что я понял. Это обычный, так скажем, бомж. Я не знаю, как он. В броне. Ну, вон звезду пошли отнимать, ребят, уже. Как-то очень быстро тут звезды отнимают, если честно. А, вот и портал, твою налево. Не, ребят, можно пройти на три звездочки. Да, если бы я свои бы эти бы разбрасывал бы правильно, электрические, я думал, что вот это тоже броня, вот это вот. А оказывается, это нифига не броня, ребят. Это не броня. Броня — это именно доспехи. Так, у нас огонь прокачка. А фиг мне этот огонь дают на прокачку. Но... Мамонт, мамонт, да, это хорошо, ребята. Так, ну мы с собой две эти. Нам должны сейчас новый лук, по-моему, приоткрыть. А, ну да, да. Ну, энергии у нас нет. Оу, друзья мои, это бы я, конечно, с удовольствием бы глянул. Мне кажется, вот этот мальчик у нас будет электрическим. Мне почему-то так кажется, друзья мои. Потому что если тут про электричество пошло дело, мне кажется, этот дракон будет бомбить именно электричеством. И это будет круто. Ну что, дорогие друзья, на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.